Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать покупки свои. Я приехала к родителям и кое-что им здесь привезла, и себе в том числе, и нижнее белье вы здесь посмотрите. Но не будем долго прелюдии устраивать. Хочу еще напомнить, что все те, кто не зарегистрированы в компанию Faberlic, могут это сейчас делать, если что-то хотят заказать. Причем у них будет скидка 20% на всю продукцию. Распространение не обязательно, можете просто заказывать для себя и получать в офисе своего города. То есть у нас вся система действует по принципу интернет-магазина. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нам. По ссылке, которую я вам оставлю в инфобоксе к этому видео, переходите, там простая, обычная, лимитированная форма для регистрации, ни к чему не обязывающая, и при всем при этом у вас будет максимальная скидка уже 20%. Кстати, ни один интернет-магазин вот этим вот похвастаться не может. Максимум там начинается от 3% и так далее, в зависимости от нарастания вашей суммы заказа. А у нас сразу плюс 20%, минус 20%. Я заказала два комплекта нижнего белья. Не комплекты, а бюстгальтера. Просто разные расцветки и одного и того же наименования. У меня объем 70C. Мне очень тяжело подобрать нижнее белье в Faberlic, потому что, как правило, на мои объемы они слишком великоваты. И вот не знаю, то ли в последнее время они стали отшивать, может быть, учли какие-то отзывы консультантов, оставляющих нами, потому что все то белье, которое я после заказывала, ну вот последнее время 70C, оно мне все приходилось именно по объему нормальным, потому что у меня 70C это очень маленький объем, и так получается, что по чашечке они мне подходят, а когда я застегиваю их на петельку, причем застегиваю на самую последнюю, оно мне оказывается велико, и я его, как правило, обычно возвращаю. И была очень приятно удивлена. Это вот уже которая третья пара, которую я заказываю. И она мне полностью подходит именно по размеру. Белье вообще шикарнейшего качества. Я к ним обязательно закажу еще трусики. Здесь вот такая вот с внутренней стороны как бы тоненькая чашечка, тоненький поролон. И они не создают эффекта push-up. Именно как раз вот этот вот комплектик. Он без эффекта push-up. Но он очень хорошо прикрывает грудь со всех сторон. Грудь там очень хорошо ложится и красиво смотрится, но просто вот шикарно. К сожалению, к счастью, может быть, я не буду показывать на себе нижнее белье, я как-то так приняла решение. Вот, и как я его застегиваю? Мне вот сейчас в новом его состоянии нужно будет застегнуть на вторую петельку. Соответственно, по мере носки он немножко будет растягиваться у меня, и у меня будет еще запасик там на третью и на четвертую, на самую последнюю застегнуть. У меня тоже есть коллега, и она говорит, если мне не подходит по объему, я перешиваю. Обычно, потому что здесь можно вот отстрочить, это недолго по времени займет. Вот здесь вот можно отрезать и чуть-чуть подальше пришить. И тогда он по объему будет очень хороший, потому что по качеству белье приравнивается к известным таким маркам и к магазинам. Кто-то мне не стиль парк, а вот какие-то называли мне фирмы, где вот подобного рода качество белье продается, но значительно дороже. Это же стоит 1299 рублей, там минус получается наша скидка. И еще точно такой же модель, она уже другой расцветки, бежевый, ну он какой-то бежево-розоватый, что ли, у него такой оттенок приятный, очень такой молочный, молочно, как цвет какао. Смотрится, девчонки, вот просто это какой-то космос. Я раньше была равнодушна к нижнему белью. Сейчас я скупаю, в принципе, его в таком большом количестве. И хочу именно вот к этим бюстгальтерам взять себе трусики, потому что я не каждым бюстгальтером себе заказываю трусики из нашей коллекции. Вот, а к этим мне прям захотелось, потому что я думаю, прям будет смотреться шикарно именно в полном варианте. Но качество выше всяких похвал. Вот здесь вот то же самое с внутренней стороны, тоненький поролон и нашито кружево. Кружево шикарнейшего качества. Вот смотрите, как оно классно смотрится.
Потом я привезла родителям вот такой вот очень классный, пахучий, 11269 у него артикул, кондиционер для белья. Мне нравятся наши кондиционеры, потому что они, во-первых, концентрированные, у них запах насыщенный. Никогда не рекомендую вам пробовать эти ароматы через флакон, потому что вы не почувствуете его, он неприятно для вас будет пахнуть. И обязательно его нанесите, как обычный парфюм, на руку. И уже потом пробуете. Вот у этого запах прям богатого такого парфюма. Девчонки, когда пользуются, говорят, что запах распространяется, аромат по всей комнате, и просто получаешь какое-то невероятное удовольствие, как будто ты находишься в другом дорогом парфюмированном магазине. Поэтому всем рекомендую обратить на него внимание. 11269. Я обычно родителям в большом количестве их привожу. Потом привезла средства для мытья посуды, и причем они обладают таким вот чудодейственным эффектом. В нем содержатся умные капсулы, которые при трении с одеждой раскрываются, и тем самым дольше сохраняя свежесть и аромат свежевыстиранного такого белья. Средства для мытья посуды с биоэнзимами, с запахом яблок. Можно им пользоваться от 0+, то есть для новорожденных, даже для мытья посуды новорожденных можно использовать. И все у нас вот эти вот средства бытовой химии, они на органической основе. Пользуюсь исключительно только ими. Бальзам для волос привезла питательный, им 8672 артикул. Он с миндальным молочком и молочными протеинами. Я, в принципе, пользовалась таким же из только кокосовые, по-моему, у меня молочко было. Хорошо очень выглаживает, не молочко, а бальзам для волос хорошо выглаживает волосы. Потом еще привезла вот такой вот кондиционер 11264. Он для чувствительной кожи и практически без запаха. Вот кому не нравится интенсивный, потому что у этого будет ярко выраженный аромат, у этого более слабый. Поэтому я рекомендую вот такой вот заказать для любителей не ароматов, скажем так, чтобы не слишком парфюмированная душка была сильная. Потом вот такую вот маску для волос. Это у нас 8628 серии BioArctic. В принципе, на мой вкус, они ничем не отличаются и вот от этой серии, и вот эта серия ничем друг от друга не отличаются. Мне очень понравилась именно черная серия, черная с золотом, которая с кератином и которая с маслами. Это самое лучшее, приравнена она к профессиональному уходу. Очень много себе заказала, у нас была распродажа, я не знаю, сейчас она закончилась или нет, или до сих пор продолжается. Если честно, как-то по срокам не сильно запомнила. Это вот такие вот наши концентрированные оттеночные шампуни, кондиционеры для волос. Я взяла с розовым жемчугом, я хочу именно для себя попробовать, понимая, что у меня желтый цвет волос, и мне он не совсем подойдет, но тем не менее хочется поэкспериментировать что-то с волосами, протестировать. Как-то в розовый цвет я не готова краситься, у него артикул 8358, но вот так вот оттенить на какое-то время, именно придать оттенок, розоватый оттенок, он не будет в чистом виде, потому что это все-таки для блондинок. Вот я крестной сестре Томми отдала свои упаковочку такую же, и вы можете представить, эта краска всего лишь была по 5 рублей. Вот я взяла 5 штук розового жемчуга, еще 10 упаковок взяла 8357. Вот этот оттеночек мне подойдет, это лесной орех. Я им уже пользовалась, он немножко отличается от того цвета, который нарисован на упаковке. Здесь более холодный, и мне, в принципе, хотелось более холодного, когда я этим концентрированным шампунем, кондиционером пользовалась. Но он придает какой-то вот все-таки желтый такой оттенок. Я люблю, когда волос больше идет в холодок. У этого желтоватый оттенок. И как им пользоваться? Нужно вымыть обычным волосом, обычным шампунем волосы, и потом уже на чистый волос, на влажный, нанести и оставить от 2 до 5 минут, в зависимости от того, какой интенсивности оттенок вы хотите получить. И потом уже смываете. То есть он оттеночный шампунь-кондиционер, который будет смываться у вас через какое-то время. Смоется через какое-то время. И еще заказала чай зеленый с жасмином. Получила я его бесплатно. Здесь у меня 4 упаковки, потому что 5 я уже родителям, я 5 упаковок им привезла. Есть у нас еще черный с чабрецом, есть у нас простой зеленый, зеленый с жасмином и обычный черный. Я его получила, этот чай, бесплатно, потому что я участвую в накопительной программе. Каждый участник и каждый консультант компании Faberlic может участвовать в этой программе. Если вы делаете заказы, то что за каждый вам ваш заказ начисляется определенное количество баллов,
которые вы можете потом обменять на подарки. И от 15 баллов, то есть при достижении 15 баллов вы можете обменять эти баллы на подарки. И вот я заказала 5 упаковок чая. У нас не только там чай, там уходовые средства, есть подарки за 5, за 10, за 15 баллов, 20, 25 и так далее. Чем больше количество баллов, тем, соответственно, более дорогостоящий подарок. Но мы так вот посчитали, что намного выгоднее брать подарки именно за 15 баллов. Вот, потому что остальные, они по акциям иногда выходят значительно выгоднее, чем потратить те же самые баллы. И еще я заказала вот такую вот маску для волос. Это Salon Care. Это самая любимая моя серия вообще. Вот это черное золото, до этого, которая была, самая первая вышла с маслами авокадо, с абиссинским маслом и еще с каким-то. И вот эта вот маска, это для поврежденных волос, восполнитель кератина. Я вчера эту маску протестировала. Волос невероятно вообще мягкий, после мытья гладкий. Вот я сейчас заплела в косички, можно было бы, конечно, на ночь, можно было бы, конечно, утюжком выгладить волосы, и тогда намного бы заметнее был эффект, потому что даже вчера, как только я помыла, волос настолько был гладкий, такое ощущение, как будто, вот знаете, после того, как сходишь в к парикмахеру, да, и он тебе подстрижет волосы, вымоет профессиональным шампунем, там бальзам нанесет, и волосы даже после мытья, они такие вот гладкие-гладкие, вот такое ощущение, как будто бы ты даже можешь, не выпрямляя утюжком, получить вот такую вот идеальную гладкость. Вот такие вчера у меня волосы были. Ну, вот я решила их накрутить, может быть, зря надо было оставить, но волос упругий, очень гладкий получился. Даже сейчас, видите, очень сложно добиться гладкости волос на светлых волосах, на светлом оттенке, но тем не менее, даже уже сейчас видно, что они такие вот блестящие и шелковистые. А у этой маски артикул 8248. Я протестировала уже шампунь, я потом обзор на них сделаю. Шампунь уже протестировала, и маску протестировала, и кератиновые ампулы. И если вы пройдете на сайт, почитаете отзывы, нет ни одного отрицательного отзыва. Вот, ну на этом и все. Покупки мои закончились. До новых встреч на моем канале. Сейчас всплывут видеоролики. Это видео с моего второго канала, где я рассказываю все, кроме Faberlic. Это какие-то мои путешествия, покупки, не связанные с компанией Faberlic, о моей жизни, какие-то семинары, которые я прохожу, мероприятия, посещаемые мною и так далее. Можете перейти по этим видео, подписаться на мой второй канал. Те, кто не зарегистрирован в компанию Faberlic, но хотят получать продукцию со скидкой 20%, причем у нас есть доставка не только на пункты выдачи. Если в вашем селе пункта выдачи нету, то можете оформить на почтовое отделение. То есть сейчас охват географически широкий, не только в России, но и в других странах. Поэтому зарегистрируйтесь по ссылке в инфобоксе к этому видео. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.